тренинг Aircraft. Но теперь будем испытывать летательные аппараты, в данном случае вертолеты. В этой игре только вертолеты доступны. Большой вертолет УК-60 Black Hawk, штурмовой вертолет. И малый вертолет АХ-6, который может или двух человек нести, или пушки, или реактивные снаряды, или же на лыжах 4 десантников. Ну, приступаем. Вот тут они показаны. Клавиши 1 и 2 показаны. Десантные вертолеты штурмовые. УХ-60. А цифрой 3 легкие вертолеты. Состоит как бы из нескольких целей. Вот нужно спасти как бы с разбившегося вертолета десантников, накрыть полигон из пушки и какие-то уничтожить укрепления. Так, ну вот база. Welcome to Pearson Army Airfield. Our teams need experienced helicopter pilots. Practice on the Blackhawks and Little Birds that we have here. Be careful. You can be shot down during this training mission. Берем сейчас правильное оружие. Так, ну вот стоят эти все вертолеты. Сейчас вначале на полигон. Первая задача. Так, все, летим. Ловушки, к сожалению, пробелом не включаются. Управление то же, что и у наземной техники. Е вверх, У вниз. Но ловушки почему-то здесь не работают. Так, вот полигон. Летим на полигон. И попытаемся с первого же захода бочки ликвидировать. Так, пошли. Желательно с первого же захода все уничтожить. Все, наверное. Да, здесь что, грузовик? Все, готово, готово. Уничтожьте. 75%, не знаю, что это, бочки с пушки. Готово. Теперь надо лететь на Блэкхауке на позицию. Очистить позицию Альфа. Сейчас будем садиться брать на аэродроме. Десантный вертолет стоит, куда можно две легких единицы закатить. О, как. Иногда можно на баге как-то наверх попасть, но не всегда. Так, ну тут вот стоит, короче, пустой вертолет, это за десантниками. Стоят один с пушками, другой с пулеметами. Ну, летим. Так, вперед.
Так, тут у нас аэродром. Учебный полигон Блокхаука. Матаэр Панас Виллаж. Деревня Панас. Туда надо лететь. Sideways to control your tail rotor while hovering, or to bank to one side while flying. If you want to look around without turning the helicopter, press and hold the right mouse button. The Q and E keys are the default collective controls for the helicopter. To increase altitude, press the E key. To lower your altitude, press Q. When you land, you want to have as little forward speed as possible to avoid damage before crashing your aircraft. When using your aircraft's weapon systems, aim using the I-beam crosshair. You can vary the pitch of the weapon slightly by moving the mouse forward and backward. Press the left mouse button to fire the weapon. Надо их расстрелять всех. Там он стоит. Готовы. Готовы, он еще по дороге кто-то бежит. Все, готовы. Так, он хрен стоит. Готов. И тут нужно уничтожить маячок. Стоит задача, маячок. Это позиция Альфа, деревня Панас. Все, готово. Be sure to pay attention to your ammo counter on the bottom left of your HUD. Так. Attack helicopters carry limited ammo, unlike the mini guns of the Black Hawk. Передатчик, я не знаю, что это такое. Ну, антенну у деревни Альфа. Теперь уничтожьте позицию. Командный пост на позиции Браво. Вот там десантники сидят. Ну, пока мы сейчас к ним не летим. Вот деревня Панас. Ну да, сидят десантники. Вот они. Туда надо прилететь будет на Блокхауке. Позднее. Вот там джип едет. Так, летит вертолет, надо бы сбить его. И еще джип выдвигается по дороге. Сложно попасть. Готов, готов. Давай, перехватываем вертолет. 436 патронов сейчас собьем. Так, перехватываем. Подожди, подожди, подожди. Уходит. Блин, уходит, зараза. Так, попал, но еще пока мало. Это по нас пролетел. О, все, готов. Вертолет сбит. Уничтожьте вертолет в деревне в Чарли. Позиция Чарли. Так, ну вот здесь они. Вот это кампус позиция. Да их всех расстрелять там. Блять. Вроде козлы едут. Да уничтожить. Готово, готово. Все окей. Вон там, смотри, сколько десантников стало. Да перебить их.
Блин, кончились боеприпасы. Давай-ка, сади машину. Истребляй их. Так. Ну там, короче, стоит БТР. Ну там птицы вдали летают. Сейчас возьмем вертолет с реактивными снарядами. Так, полетели назад. Отпробуем реактивные снаряды. А есть вертолеты, где можно на выбор и те брать, и ракеты, и снаряды. Так что сейчас опробуем. Так, уже прилетели. Как в вертолетной игре. Нужно садить точно на позицию Х. Берем теперь с ракетами. Вот ракетный вертолет. Выхлоп он тут у них сзади. Полетели. Надо еще прогреть мотор немножко. Так. Пролетим над вышкой. Вышки обычно или коммуникационные высоко в горах ставят. Вот огонек наверху горит. Так. Вот полигон расстрелянный. Там что-то горит где-то вдали. А это, наверное, это где вертолет рухнул. Ну да. Так, вот деревенька по нас. Сейчас позиция кампунг. Правильно я говорю? Кампунг. Кампунг. Там позиция. Ой. Ой, там смотри, их дофига, надо понять. Готовы. Вон там и тут их полно стоит. Куда это? Так, уничтожил. Теперь по БТРу давай. Браво, уничтожено. Надо БТР подбить. Все, готов. Кампунг уничтожена позиция. Тут два домика, считай. Тебе и весь кампунг. Маленькая такая. Позиция. Одна руина и домик. Ну, два разрушенных домика, точнее сказать. Так, все. Теперь хелипорт. Повстанцев хелипорт. Так, аккуратно выдвигаемся. Сейчас БТРы подъедут, так надо быть аккуратным. Вот уже один выдвигается. Блять, что-то все мимо. Что за хуйня-то? Готов. Готовы. И второй БТР идет. Все, готово, готово. Ну все. Теперь мы их сбросили, как говорится, отбили атаку. Но там в самой деревне их немало ходит. И главное, они на пушках стоят. Остается всего 6 выстрелов. Во, раз. Еще вот этот стоит, козел. Готов.
Хотя их сразу много бежит. Готовы. Лишь разрывные так хорошо уничтожает. Так, давай поточнее. Осталось два всего патрона. Блин, мимо, наверное. Готов. Все, боеприпасы кончились. Теперь надо штурмовать. Но делать это аккуратно, чтобы не быть расстрелянным. Так, окей. Так, ну-ка. Подожди. Стингерист стоял. Так, ну что у нас тут? Давай подлетим поближе. В крайнем случае тут можно вернуться на джипе. Так. Ну вроде как все чисто. Уничтожаем их боеприпасы. Две вертушечки их не стоят. Все готово. Вертолет ликвидирован. Теперь остается только к нашим. Все взрывается. Спасти наших десантников остается. О, блин, все взрывается. Так, хорошо. Ты, блядь. Ну и сейчас бы мог тебя снять. В упор. Нормально, нормально. Может, тут у тебя есть чувак? Но с ним надо быть аккуратным, что тоже вражеский вертолет. Ну смотри-ка ты, блин. Идут и идут спокойно. Давай их снимай. Да, как к себе домой идут. Вот тут есть чувак в вертолете. О, это враг. У него значок какой-то. Но вблизи нельзя его уничтожать, потому что взорвется вместе с вертолетом. Да, отойти лучше подальше. Все, готово. Похоронила его в вертолете. Повстанцев летчик. Не знаю, дадут сейчас вертолет. Нет, сейчас посмотрим. Наверное, все, вертолет не дадут. Надо брать джип, доехать. Да возвращаться, короче говоря, на наш аэродром. Ну поехали. Ну-ка. Ладно, все, возвращаемся. Ехать-то долго, конечно. Сейчас проедем. А сначала надо в кампунг вернуться. К сожалению, вертолет уже уничтожен. Долго ведь нельзя держать, взрывается. Загружать карту. Дорога очень извилистая. Вот кампунг. Проезжаем. На сельф Панас едем.
все вот по нас. Все, поехали. Ну и теперь полигон, а потом уже и наш аэродром. Множество каналов, надо аккуратно вести. Там полигон где-то уже рядом. Все, подъезжаем к полигону. Ну вот полигон. А там уже и наш аэродром рядом. Ну вот полигон где-то здесь. Я уже вижу вертолеты. Все, считай, приехали. Сейчас возьмем вертолеты и полетим с десантниками. Так, ну отлично, приехали. Так, все. Fly this Blackhawk to practice picking up a crew in hostile territory. As you approach the landing zone, you'll need to avoid enemy gunfire and land quickly. Wait for all the men to board and then return them to the base. On the way back, position the bird to protect the crew from getting shot. The aircraft is now at flight idle. You may take off by pressing the collective up control, normally mapped to the E key. You should take a look around your base. Так, полетели. Деревня по нас. You have real people on board your aircraft that are depending on you. When flying friendly troops on an assault mission, it's never a good idea to fly directly over a target. Try to avoid detection and sit down in an area that is far enough away to be safe, but not too far. Сажайте друзей, ведите на базу. Remember, you're flying an expensive piece of hardware, and your troops are counting on you to get them to the target alive. You can establish an automatic orbit by holding the forward key along with the left or right strafe key. Press the W and A keys for a left-hand bank. Press the W and D keys for a right-hand bank. Additionally, the radius is affected by your current speed. The slower you fly, the tighter the turn you'll make. This is useful for creating a stable platform for your gunners. Так, ну сажаем. Все садятся. Тут еще атака. Надо отбить атаку. Так. Ну давай вначале отобьем атаку. Нескольких мрей. Пошло в бой. Наверное, все. Так, все, можно возвращаться. Еще требует к неприятельской базе вначале их сводить. Так, ну вперед. В разбитом вертолете. Как говорится, уже ничего и нету. Ну, тут тоже можно вот так стрелять для снайперов.
ну заводим машину опять. И летим. Пять человек всего. Так, ну вперед. Ну вот вертолетная, да? Press the space bar to drop flares. Flares are most effective when used in combination with making abrupt evasive maneuvers using the aircraft controls. Ну, наверное, все, можно улетать. Вот они сидят. Кинг Харков. Дрейпер. Уэллин и Стрит, а спереди Кливленд. Все, давай, летим на базу и посадить их просто на вертолетной площадке. Вон там три вышки. Ну, там уже пределы карты везде. Давай между вышек пролетим. Три вышки. Так, ну вперед. Возвращаемся назад. Вот Кампунг объект. Вот Панас. Непростая карта. Надо уметь, чтобы ее пройти. Теперь полигон учебный. И наконец вот сейчас база будет. Вот, да, все, база. Сейчас сажаем их на вертолетную площадку и все. ЕХ нарисовано. Надо аккуратней. Все, наверное, конец. Сложно, видишь, как-то подать. Давай-ка вот так вот. Примерно так вот. Можно еще чуть-чуть. Конец, наверное. Конец, наверное, да? Да. Непростая карта. Задач 8 из 8 выполнено. 54 из 67 объектов уничтожено. Как бы 3... Получается, задачи было в этой карте.